Узбекистан, Россия! Кубок мира по тайскому боксу вновь вернулся в Россию. В 2012 году спортсмены со всего мира выступили в северной столице, а сегодня самые лучшие представители мирового тайского бокса вышли на ринг в Казани. Сюда приехали серьезные соперники. В моей весовой категории 2, 3, 4, достаточно таких очень серьезных. Я думаю, что финал очень будет ожесточенным. Любые соревнования, которые проходят на постсоветском пространстве, они проходят на самом высоком уровне, потому что наше гостеприимство, оно всегда славилось. Тайский бокс – это боевое искусство и первоначально развивалось в качестве жесткого прикладного стиля рукопашного боя тайской армии. Техника тайского бокса – это нанесение разнообразных ударов с применением кулаков, локтей, коленей и ног. Однако, несмотря на то, что Казань, по сути, можно считать спортивной столицей России, этот вид спорта в Татарстане только начинает свое развитие. Мы, так скажем, находимся еще в начале пути. Всего лишь несколько клубов у нас пока культивируют тайский бокс. Но мы надеемся, через этот турнир мы еще раз, так скажем, плеснем и больше и больше ребят придут в этот вид. Очень интересный вид спорта. И благо вот у нас у всех будет возможность еще раз воочию убедиться, насколько он интересен. Трагичной новостью перед открытием Кубка мира стало убийство Мусы Мусалаева, произошедшее 18 ноября в Германии. Мусалаеву было 37 лет. Он 3 года был советником полпреда Татарстана в России по вопросам физкультуры и спорта. В 2013 году был назначен послом Универсиады. Боец, получивший прозвище «Принц Татарстана», имел титул чемпиона мира по кикбоксингу в разных категориях. Он провел 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах, в том числе и муай-тай, и ни разу не потерпел поражение. В 2012 году он завершил свою карьеру и сразу после универсиады перебрался с женой и 3 детьми в Германию. На сегодняшних соревнованиях никто из его близких друзей уже не выступает. Кубок мира по тайскому боксу продолжится до конца этой недели. 26 ноября здесь пройдут самые главные поединки, по итогам которых станет известен список спортсменов, которые будут участвовать во всемирных играх по неолимпийским видам спорта. Андрей Трофимов, Андрей Ключников, Роман Финин, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.